Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре рекурсивный арбалет Мэн Кунг Кроссбоу МК-150А3 ACR. В комплекте поставки нас ожидают две алюминиевые стрелы, синтетическая тетива, комплект крепежа, стальное стремя, плечи арбалета и ложа арбалета. Перед началом эксплуатации необходимо произвести несложную сборку. Хочется отдельно отметить, что тетиву лучше всего натягивать вдвоем, либо на специальном станке. Длина арбалета составляет 88 сантиметров, ширина достигает 60 см. Весит арбалет 2 килограмма 400 грамм. Плечи арбалета изготовлены из очень прочного и упругого материала – фибергласса. Они также отличаются отсутствием эффекта усталости, так что арбалет можно долго удерживать в возведенном состоянии. Направляющая рама изготовлена из алюминия. Ложа и приклад – из высокопрочного пластика, который имеет камуфляжный окрас. Натяжение на плечах составляет 43 килограмма. Это максимально допустимое значение для развлекательных арбалетов на территории Российской Федерации. При стрельбе из данного арбалета начальная скорость вылета стрелы достигает 64 метров в секунду. Такой скорости вполне хватит для того, чтобы, например, пробить дверь автомобиля. Тетива здесь изготовлена из синтетического материала Dyneema. Она очень прочная и не растягивается. Прицельное приспособление у арбалета открытого типа – это мушка и регулируемая прицельная планка. Также на арбалете есть планка вивера, которая позволит установить вам дополнительное прицельное оборудование. Арбалет оснащен предохранителем, который активируется при взводе тетивы. Это делает его использование максимально безопасным. Данная модель отлично подойдет для развлекательной и спортивной стрельбы. Приобрести его можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».